Сила, скорость, выносливость. Спартакиада у кадет. Спортивный праздник в честь 30-летия милиции поддерживал министр внутренних дел. Построение, разминка на старт. Военизированная эстафета. Начинают налегке. Дальше с автоматом. К финишу в противогазе и бронежилете. А сколько все это весит? Бронежилет вроде бы 4-5 килограмм. Каска легенькая. Полоса препятствий на время. Рукоход, колеса, лабиринт, ров, прыжок в длину. Насколько прыгнул, минус секунды для зачета. Здесь я люблю спорт. Нравится бегать. Я сам корпусом занимаюсь, легкой атлетикой. Хочу стать чемпионом. Спорт – это моя жизнь. Дальше тяжелее. Гантели и гири. За минуту выжать максимум. Сколько вытянули? 61. Долго готовились? Да нет, в принципе, мы так сильные. Как, поддержка подруг помогла? Да, вообще, я их слушала, я не молодцы. А тут стреляли из ружей для пейнтбола по деревянным преступникам. Есть попадание. Тут мерили силой рук. И перетягивали канат. Нервы в струну, эмоции на пределе. Выпускать победу не хотел никто. Вся сила в команде. Чем дружнее команда, тем больше силы. Спорт для кадетов имеет огромное значение. Это основной фактически вид подготовки в учебном процессе. Когда ребята тянули канаты, я сам подрывался и думал, что вот-вот тоже должен помочь тем, которые проигрывают. Такое ощущение вот, единения вместе с ребятами в спортивном порыве, оно есть. Ну и, конечно, заслуженные награды. Победителям грамоты и сладкие подарки.